Проверка эффективности мер поддержки бизнеса. С этой целью представители власти округа посещают региональных бизнесменов, которые воспользовались средствами гранта, предоставляемого из казны региона. В ходе визита выясняется, на что именно потрачены средства, выделенные на поддержку бизнеса, и каких высот планируют достичь предприниматели. Ранее представители власти посетили крестьянско-фермерские хозяйства, салон красоты, школу танцев и другие объекты. Сегодня отправились к интернет-провайдеру. В 2015 году компания VipLine, которая оказывает услуги интернет-провайдера в окружной столице, оформила договор лизинга на 1,5 миллиона рублей для приобретения оборудования. Более 300 тысяч были возмещены из региональной казны. Строительство сетей – дело не дешевое. Но у нас, конечно, мы сейчас вот по лизингу взяли, у нас есть как бы чем строиться на данный момент. То есть мы и уже сейчас согласовали еще определенные участки, куда нам там пройти. Соответственно, мы сейчас будем активно строиться, то есть будем расширяться. Согласно законодательству, частичное возмещение затрат можно получить на модернизацию оборудования, аренду помещений, оплату коммунальных услуг, приобретение сырья и материалов в сфере народных промыслов, подготовку и повышение квалификации кадров. Для нас хорошо то, что, оказывая помощь, мы все-таки даем каким-то образом бизнесу, так сказать, выстоять в условиях, я считаю, жестокой конкуренции, вот особенно в данном случае.